категория граждан, которые могут воспользоваться этой помощью, это граждане Российской Федерации, проживающие на территории Красноярского края, малоимущие, одиноко проживающие граждане, малоимущие семьи, у которых по независящим от них причинам среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Документы нужны для подачи заявления – это паспорт, СНИЛС, документ об доходах за 3 месяца предшествующих обращений заявителя и членов его семьи. Также документы на собственность, которая находится, на имущество, которое находится на праве собственности у заявителя и членов его семьи. За этот год социальный контракт по поиску работы заключили уже более 90 жителей Канска, а почти половина из них, если быть точнее, 41 человек, трудоустроился. Подобная мера поддержки – это не только финансовая помощь для граждан, оказавшихся без работы, но и отличная мотивация по ее поиску.